Ну, меня раздражают пробки. Меня раздражает ложь. Особенно ложь, когда я слышу о каких-то захватнических целях России, там глобально, бла-бла-бла-бла, мы там воюем с Украиной. Меня это реально раздражает. Меня раздражает лицемерие. Это опять касается количества политики. То есть это глобальное лицемерие. Не то, что там поговорили друг с другом, кому-то кто-то улыбнулся, не желая этого. Нет, вот именно лицемерие и двойные стандарты. И меня очень сильно раздражает и бесит, и я не могу это спокойно переживать, когда болеет кто-то из моих родных. Это для меня безумная нагрузка и безумная боль, раздражение. И я готов все метать.